Разыскиваются похитители лебедей из Центрального парка Тулы. Кражу совершили трое молодых людей, двое мужчины и девушка. Все действия злоумышленников были сняты камерами видеонаблюдения. Девушка среднего роста, плотного телосложения, европейский тип лица, волосы русые. И двое молодых людей на вид от 22 до 30 лет, славянской внешности, были одеты в темную и светлую ветровки. Если вы располагаете какой-либо информацией о данных лицах, просьба сообщить по телефонам, они на ваших экранах.